Сегодня в России и по всему миру отмечают День борьбы с сахарным диабетом. Только в Алтайском крае этим недугом страдает свыше 100 тысяч пациентов, среди которых есть и дети. Медики заверяют, предотвратить заболевание легче, чем лечить. Сегодня в Барнауле этой теме будет посвящена профилактическая акция. В одном из городских центров творчества соберутся общественники, дети и их родители. Цель встречи – убедить людей в том, что диабет не приговор и жить с заболеванием можно полноценно. Начало мероприятия в 15:00 по адресу Молодежная, 51.